Разрешите представить моего гостя, который сегодня заглянул на нашу программу. Это Леша Лэнс, исполнитель рэп-песен, рэп-музыки, хип-хоп исполнений. Вот как лучше тебя обозвать, скажем так? Вот ну, кто обзывать, ты? Да? Обзывать не надо. А так, да, рэп-музыка, исполнитель. Как ты появился у нас в нашем городе с песнями, со своими? Ну, вообще там долгая, длинная история. Когда я начал рисовать граффити, познакомился с пацанами, с Анлисом, с Рафом, там, со всеми. И Анлис меня привел на Парковскую, тогда еще там была у нас студия «Давид». В общем, начал записывать песни, наверное, в 10 классе я тогда был. И вот потихонечку как-то это вот так вот все переросло в что-то большее, то, что сейчас. А я так думаю, что когда ты сказал, что я познакомился с Рафом, я познакомился с Анлисом, вообще существует ли в нашем городе некие такие кланы рэп-исполнителей? Вот, скажем, есть клан Аристократа, да, куда входит там Стич, входит группа Доступ, тоже туда входит, вот ваш клан, клан МС Мамеда. Существует ли или нет, или все вот одна большая тусовка? Да я не считаю, что там какие-то у нас кланы есть, или то, что большая тусовка. Просто, мне кажется, каждый свое дело делает. Ну и там в зависимости от того, кому что нравится из наших ребят, то те и записывают фиты там с друг другом. Если нравится творчество, они записывают фиты. Если не нравится, они не записывают. Вот тот клип, который сейчас мы с тобой увидим, он посвящен, я так понял, неразделенной любви. Нет, какой-то. Это как бы разделенная любовь. Все нормально, просто он появился, когда такой момент ссоры был, в общем. А так все разделенно, все хорошо. А сколько ты песен уже написал вообще? Ну, я их не считал, но довольно-таки много. Довольно-таки много. А с начала, когда ты позвонил к нам на программу, ты сказал, что ты будешь участвовать в группе «Уличный почерк». Да, мы у нас группа есть «Уличный почерк». В ней я, Рома Романов. Вот. И мы вдвоем выступали в апреле, в «Арсенале», в «Эдеме». Вот. Сейчас тоже планируем выступать. А девушка с вами, которая была? Где она? Да, у нас была вокалистка Алена, но по некоторым причинам она вышла из группы, мы вот остались вдвоем. А с чем это связано? Не понравилось вообще вот это направление ей? Или, может быть... Ну да, можно сказать, то, что ей не по душе немного, так как она вот именно певица, а тут немного, ну, не то, что немного, тут совершенно другое. Угу. Поэтому она решила, что это не ее, и... У каждого рэп-исполнителя есть определенное свое направление, то, о чем он поет. О чем поешь ты? Да я о том, что в голову придет, чем я живу. То есть я никогда не сочиняю песни за столом, не сижу дома, не пишу. Вот я там в автобусе или там по городу иду, и вот что-то приходит на ум, что-то свое из жизни тоже пишу. Вот какие у тебя песни? Они более, скажем, оптимистичные или, наоборот, философские? Ну, скажем так, они более реалистичные. То есть не философия, не пессимизм, не оптимизм, ну то, что есть, то и есть. А говорят, что с помощью песен, с помощью, опять-таки, вот, скажем, стихоплетства определенного, можно влиять как-то на нашу жизнь и реальность. И если ты пишешь, там, скажем, обо всем хорошем, да, используя позитивные какие-то моменты, твоя жизнь преображается. Ну, я думаю, то, что это скорее момент психологии, когда идет самовнушение, так как это сильная такая, на самом деле, вещь. А если так... это работает, то почему бы это не использовать? Я не проверял просто, поэтому не знаю. Понятно. Ладно, сейчас мы увидим с вами, господа, хороший клип Леши Лэнса «Хуже, чем дым». Автор ты. Да. Кто снимал клип? Клип снимала Ксюша Десятова, очень хороший фотограф, и клип она снимала, и совпадила тоже она. Но это был первый из ее клипов и первый из моих клипов. Замечательно. Смотрим, а тебе успехов. Спасибо большое. А ты влюби меня в себя заново. Потому что люблю или любил, но я ненавижу этот мир за то, что он мне тебя подарил. А потом тихо спи***л
Типа я ничего и не видел. Улыбнись, малышка, ведь столько всего было, прикинь. Я в паранойе, утром усну с болью в сердце. Спасибо, жизнь добавила перца. Отпусти меня, ты хуже, чем дым. Связала, но спасибо, лучше умру молодым. А ты все так же будешь в онлайне. Найдешь себе идеального парня на бэхе или скайлайне. Выйдешь за него, родишь ему детей. А я буду заменять тебя другими в каждый из этих дней. И эти мысли пропитаны болью, которая взрывает на части. Но я в нитках серого дыма взрывая, спрячу твой образ, как в рукава прячут козырные масти. Забуду, что хотел от тебя сына, уруру, очень мило, ну да. Пусть я веду себя некрасиво, мешаю виски и пиво. В своей измятой тетради пишу о тебе, убитый или криво. Пока ты с кем-то заводишь знакомство игриво. Думаю об этом и на душе сразу противно. Привязала к себе, и я не против бы, но мои мысли просто тебя не вынесли. И я устал от всех этих если. Куда нас занесло, вынесло эту крышу. А я тебя люблю и ненавижу. Я от тебя вылечусь, отвечаю. Если я бухаю, не значит, что скучаю. Я так каждый день без тебя отмечаю. Девочка моя, я вычеркнул тебя из списка. А ты так улыбаешься, милая, где настолько насила? Ведь мы опять не вместе стираем твой образ в роли моей невесты. Красные глаза, чистые из мести. Можешь их забыть, они уже не корее. Я с ними пропаду без вести. Ветер научит, как вынести этот груз. Ветер дует все эти песни. Одинокий мистер со шлюхами играет в твистер. Пока мой ангел снимая лиц, сидит на ком-то. Это как выстрел.